разместить мин в открытом грунте. Техника обычной посадки, выбор земли, подготовка участка, плюс бонус – уникальные лекарственные свойства тмина, о которых не расскажут врачи. Выращивание тмина на участке. Тмин выращивается как двухлетнее растение. Совсем недавно, богатое витаминами и эфирными маслами, оно было оккультурено огородниками, поэтому можно смело использовать тмин для кулинарных шедевров и в лекарственных целях. Для посадки тмина в открытом грунте понадобятся семена, ингредиенты для улучшения структуры почвы, удобрения и садовые инструменты. Где выращивать тмин? Зонирование садового участка. Тмин может прижиться в той зоне участка, где есть тень и влажная почва. В крайности впадать не будем, поэтому подкисающую почву сразу исключаем. Субстрат должен быть богат рыхлящими питательными элементами. Перед посадкой добавляем необходимые ингредиенты, чтобы семена тмина быстро прорастали. В обычную садовую землю, суглинки и супесчаники, вмешиваем минеральные удобрения и органику. Состав субстрата для тмина. 25 тонн перегноя на 1 гектар, 250 кг суперфосфата и 80 кг калийной соли. Обработка начинается за 2-3 недели до посадки тмина. Пока вы дома занимаетесь подготовкой семян, не забывайте, что и открытый грунт тоже должен быть пригодным для выращивания. Схема посадки тмина семенами. 25 на 7 см грядка для засева, заделка на 2 см вглубь, температура воздуха от 15 до 18 градусов, но всходит и при пониженной, влажность грунтовой смеси 75%. Место посадки не только должно быть умеренно освещенным, прогретым и увлажненным, но и с правильными предшественниками – помидоры, картофель, капуста, кабачки и лук. Как подготовить семена тмина перед посадкой? Выбранные семена промыть под проточной водой, затем замочить на 5 часов теплой. Если увидели, что есть всплывшие семена, убирайте. Обработка продолжается дезинфицированием семян в растворе марганцовки в течение 20 минут. Раствор марганцовки 2 грамма на 300 мл теплой воды. Следующий и последний этап обработки – замочить для стимулирования прорастания в препаратах циркон либо эпин. Вместо покупных биологически активных веществ можно замочить семена тмина в соке алоэ. Как замочить семена в соке алоэ, ищите на нашем сайте. В перекапанную, сдобренную почву высаживаем подготовленные семена. Схема грядок у нас уже есть, поэтому можно без проблем выполнить посев. Вырыть бороздки до 2 см, высадить семена, прикрыть почвой, разрыхлить чуть-чуть поверх граблями и замульчировать сухим торфом. Первые всходы можно ожидать через 20 дней. Обратите внимание, что тмин хорошо приживается, но развитие происходит крайне медленно, поэтому будьте готовы к тщательному уходу. Соблюдайте увлажнение, рыхление грядок, затем введите подкормки с момента наращивания тмином 3-4 листов. Обязательно пропалывайте грядки от сорняков, которые еще больше приостанавливают развитие и могут погубить нежные ростки тмина. Бонус для слушателей. Чем полезен тмин? Тмин – это не только вкусная, ароматная и манящая приправа в салаты к мясным блюдам, но и отличное лекарственное средство. Тмин помогает при желудочно-кишечных расстройствах, простуде, артрите, артрозе, ревматите, болях, спазмах и коликах, малокровии, кровотечениях, стимуляции молочных желез у кормящих матерей, восстановлении менструального цикла и тонизирование кожи. Пишите в комментариях о вашем опыте проращивания тмина в открытом грунте и делитесь рецептами использования тмина дома.